Бизнес как искусство. Люберецкая торгово-промышленная палата выбрала лучшую предпринимательницу года. На торжественном награждении и объявлении результатов конкурса «Леди бизнес Люберцы-2020» побывал наш корреспондент. Мы приглашаем нашу победительницу Подлесного Юлию Ивановну. Да, Юлия Ивановна. То есть мастерство, оно присутствует, да? А что? Самое доброе пожелание. Цветы, подарки и заветная статуэтка. Лучшая бизнес-вумен уходящего года Юлия Подлесного говорит, что кроме внимания и призов, победа в конкурсе дает определенный статус в предпринимательском сообществе. Участие и победа дает некое развитие, шаг дальше. То есть есть к чему стремиться, к чему идти, от чего отталкиваться. Жюри выбирало лучшую предпринимательницу округа в режиме онлайн-конференции. Бизнес-леди соревновались в искусстве самопрезентации, создавали креативные бизнес-планы и отвечали на вопросы из истории предпринимательства Люберецкого округа. Главная цель – это, конечно, коммуницировать между, так сказать, властью и бизнесом, и между бизнесом и бизнесом. Потому что есть специальный чат, где, так сказать, девочки обмениваются и помогают друг другу, и участвуют в благотворительных акциях. Мы тоже помогаем, как Союз торгово-промышленной палаты. Юлия Подлесного будет представлять округ на областном конкурсе. Он состоится в Красногорске в начале следующего года. За звание лучшей бизнес-леди Подмосковья будут бороться представительницы более 45 муниципалитетов. Александр Колганов, Денис Заугольников и Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.